Что это за блюдо? Голубцы? Рыба. А, рыба белая такая. Ну, белая она не очень какая-то рыба. Да? Угу. Это рыба. Да, рыба в кляре. Да, наверное, в этом. Ветерок. Там где-нибудь. На нашем месте. Это парень делает эти макароны. Я сниму, ага. А то люди не поверят. О, сейчас я приду. Сейчас. Very good. Там бухло продается. Это сладкие блюда. Сладкие блюда. Физалис. Бананы. А то не поверят. Сладкие блюда. Ну, тебе не буду показывать все остальное, пока я так сниму. Слюни течут. Ну, это я люблю. Этот, как его зовут? Мармелад. Натуральный. О, смотри, какие эти. С малиновым этим. Красота. Сделали кусочек курицы. Запеченные помидоры, огурчики, булочки и картошка запеченная. Это первое будет блюдо. Ну, естественно, текилы 100 грамм. Володя взял, я смотрю, курицу, макароны и желтый рис, и салат. И... А, нет, и больше ничего. А, супика. Хотел сказать, а потом вспомнил, что нельзя. Нельзя. Супик. Сегодня нельзя. Да. Взял добавки, картошки и курицы. Ну, еще, конечно, текилы. Это булочки такие запеченные, так, как бы сухо, подсмаженные булки. Вкусно очень картошка и рыба, и курица в кляре. Завершает мой нескромный обед. Куриный бульон с гренкой, с лимоном, ну и две текилы. Текилы, наверное, чуть-чуть, ну, почти столько, сколько бульона. Так что вот так. А, еще я брал эти запеченные цукини. Запеченные цукини брал. Ну, они как-то мне не очень понравились. Картошку тоже не могу доесть, но, может быть, сейчас с текилой доем. Вот так кормят в этом отеле, обеды. Говорят, плохо кормят. Не знаю, как плохо. Нажрался, напился, как поросенок. Я думал, я тебе чисто шоколад. Не надо. Ну, есть тебе... не могу, но хоть сниму, что тут есть мороженое. И хороший Мустафа. Мина еще тут отпускает мороженое. Спасибо. Этого желания... А хотя я, наверное, с собой, может, возьму. А что вы берете? Микст. И то, и то. Да? И то, и то? Да. А что вкуснее? Ну, будем пробовать. Будем пробовать? Еще одну. Ты будешь? Почему? Два. Три. Не, я, может быть, не буду. Только десять сниму. Каждого. Не, ну все по одному. Ну, правильно. Тандоры. Тандорис. Тандорис. О, классно. Что-то будет здесь печь. Хорошо. Тандоры. Good. Very good. Very nice. Да. Everything so хорошо? Отлично. Отлично. Приятно аппетита. Thank you. Where are you from? No. Украина. Украина. Yes. Дякую. Украина. Очень приятно. Молодец. Все хорошо. Отлично. Это стоят эти, как их зовут, коктейли. Дым валит коромыслом. Сейчас посмотрим, что тут у нас жарится. Опять эти котлеты. А, не котлеты, а люля-кебаб. Люля. Люля. А это что? О, рыбка. Рыбка отличная.
Запомнил харакет. Сейчас прийду я за этой рыбкой. Рыбку я люблю. О, смотрите, какая рыбка. Сегодня гарный ужин, гарный ужин. Рыбка. Тунец. Это что? Картопля? Картопля? Абель карамельный, сладкий. А, карамель сладкий. Это яблоко. Яблоко. Эйпл. Эйпл. Идем к своему другу Мухаммеду. Он сейчас нам нальет текилы. Наливает хорошо. Не жадный у нас этот бармен сегодня. Текилы два. Привет. Привет. И побольше. Текилы два и побольше. Побольше. Так. Ну-ка, что же он нам побольше нальет? Смотри, тебя смотрят люди во всем мире. Ну-ка. Не очень побольше налил, но и это пойдет. О, что у нас пекут? Тут лепешечки. Это самая египтянка, какая красавица. Сейчас мы лепешечку возьмем. Лепешечку возьмем. Лепешечку возьмем и египки. Молодец. Хорошая девочка. Сама печет, сама. Сама делает. Ах ты ж красавица, Маша. Молодец. Так. Так. Yes. Thank you. Так, ну что, и рыбки возьмем. Сегодня мы так это по-скромному. Нажрался как поросенок в это. Как в этот. В обед нажрался как поросенок. Сейчас покладет мне корефан рыбки. Ох, как красиво. Смотри, как красиво. Very good. Еще кусочек, пожалуйста. Да. О, на кости, на кости. О, это я люблю. Very good, very good. Ах, красавец. Yes. Thank you. Вот так вот мы кушаем. Смотрите, какой тунец. Тунец. Лимончик взял я. Рыбку. Значит, что на ужин я взял? Это тунец. Печеная это лепешка. Огурцы и лимон. Ну, как всегда, текила. Дай Бог Володе здоровья. И вам. Ужин сегодня скромный, взял еще себе это курицу, запечу, этот запеченный баклажан, картошка запеченная, это какой-то салат, это я проглотил рыбу, сейчас такину, сегодня не буду переедать, вчера переел, так что вот это, наверное, будет, а, не, еще будет сладкое, сегодня сладкое я себе позволю. Десерт себе взял, сегодня много не ел, но десерт взял пирожные, такие они вкусные, такие то самые. Взял натуральный этот мармелад, мандарин и чаёк. Смотрите, как красиво тут подсветка такая. Это я уже десерт вышел на улицу. Вот так вот ужин проходит в отеле Experience Kerazes Portland. Ветерок, ветерок прохладный сегодня. Веет прямо в харю. Ну а мы так это по-скромному будем пить чай. Не знаю, может еще такие взять. Да, да, да. Так, вход в Голливуд. Экскурсия сегодня у нас по Голливуду. Сегодня. Пройдемся по Голливуду. Интересная такая бесплатная экскурсия. Так что
Сейчас мы покажем вам, что такое Голливуд в Шарм-эль-Шейхе. Так, вход. Плиз. Добрый день. Добрый день. Даже воду не разрешаю. Даже что? Воду даже не разрешаю. Понятно. Так, так, так. Мозаика, видите, как это? Да, тут красиво. Ну-ка, 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 ну-ка. Да тут нам ходить. Да, да, до полночи, до полночи. Вот, а тут красота. Я думаю, что полночи нет, но пойти можно. Да, 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 да. Динозавры. Вот охрана тут такая нас встречает. Помпезная. Ух, какие у нас эти гладиаторы. Это кто у нас? Предатор. Прегатор. Ах, какой прегатор. Еще один прегатор. А, это с этого, наверное, с фильма. Что тут только нет. Обезьяна. Металл, металл, металлическая. Обезьяна на мотоцикле. Это что у нас тут? Какой красота! Ля! Весь залезный! Залеза весь! Да, да, ну ничего, ничего. Вечером они страшнее. О, какие! Ё-моё, ты смотри, один страшнее другого. Вот это да. О, какие у нас тут эти ручейки. Как у ястреба. Кафешка такая интересная. С такими как подоник сделано, знаешь, подоник с такое. Да. Да. Ну этот футбол. Такое кафе. Подоникс. Привет. Подоникс. Ох, какая арена, ё-моё. Так, о, какие. Красивый, красивый Голливуд. Вход бесплатный. Кто хочет, тот заходит. Все смотрят футбол. Привет! Можно покушать. Можно футбол посмотреть. О, можно вина хорошего попить. Отлично. О, какие эти аллигаторы. Да понял, он еще и рот открывает, подлец. О, фонтаны. Футбол, смотрите, какой экран бесподобный. Красота.
فرجاء اللاعبين عافيتهم طبعا سعادتهم ايه لياقتهم طبعا في ظل الاجواء كمان الرطوبه العاليه جدا بتاثر على العضلات وعلى الجانب ادي عملنا كره في العمق فانسي يصلح الى نوكلوبو اوه رمضان فضلي وحتى هذه اللحظه 36 دقيقه وما زلنا مع التعادل السلبي تسديد ابن كلوما ومحاولات وادي محمد صلاح كهربا في انطلاقه وعدى لكن راحت كده لكن حلوه الهجمه صلاح يقرب تريزيجيه يقرب شوف امامنا هنا لمسه من عبد الله صلاح لكهربا وكان رايح حلو قوي يعني لو لمح تريزيجيه لكن بص صلاح عمل شوف محمد صلاح عمل ادي محمد صلاح نجم العالم وركنيه مصريه اما اول كرات وهذا التفاصيل الصغيره يا رب محمد صلاح يلعبها يا ابراهيم صلاح العاليه ولا كده ابراهيم صلاح какие у нас игры плюшевые их не достану хотел попробовать плюшевые да ну это как бы а может и бывает ну да медведь натуральный о так он и головой шевелит ё-моё Наверное, ага. Как-то не реагирует, наверное. Да? Ой, глаза, он и глаза открывает. Глаза открывает. Хороший мальчик. Сниму туалет. Ох, и туалет, а? В этом туалете можно жить. Вот такие здесь туалеты в Голливуде. Чтоб я так жил. Динозавр. Открывает пасть и шевелит передними лапами. Динозавр. Ох, и динозавр. Ох, и динозавр. А ну-ка, ну-ка. Да, да. Лавки такие. С сувенирами. О, да что тут только нету? Что тут только нету? Для сигарет. Рюмочки. Для водочки. Такие рюмочки. Ну это, наверное, не было. Mm-hmm.
كانيانو $1 يا دروب $1 $1 شو شو $1 я думал все за $1 папирусы $1 Каркаде, чай каркаде, чай от боли в горле. Есть тут чай с похмелья, от головной боли. Чай для похудения, чай бедуинский, чай от целлюлита, чай от простуды, чай от снотворное, для сна, снотворное. Ох, запах какой гарный здесь. Масло. Все здесь. Только фотоаппарат? Только фотоаппарат. Больше нет? Какашки не надо? Надо какашки. Сколько? Доллар? 10 штук $1. 10 штук $1? Да. Это какашки, это финик чай. Если купили 10, 30 это подарок. Понял. Вот там цена. Хорошо. Какашки. Финик чай. Хорошо пахнет какашка. Финик чай. У нас кризис. Сейчас кризис. Вот ваш пакет. Эти, если надо, давай за 3. За 3. Серпастая красавица. А не, не серпастая, Николаевская. Эх. How are you? How are you? Молчащие, молчащие. Так, так. Привет.
дракон головой. Чего? Как-то заперлись оттуда. Как они туда зашли, не пойму. Зашли как-то. Ага. Как-то зашли наши, да? Наши как-то зашли. Нашли проход, украинцы. Хочешь какать? Yeah.